Друзья, разбирая Запорожец перед покраской, обнаружили вот такой девайс замечательный. Резиночка. Бачите? Хоть это оказывается. Сейчас я вам покажу. Это оказывается вот это что? Запорное устройство. Представляете? Вот так высовывается язычок и закрывает дверь. Чик. Блин, вопрос, как это вообще работает изнутри. А это типа если... Ага, это если, я так понимаю, что это если на отдыхе. На отдыхе ты лег, раз, изнутри закрылся, и все. Никто к тебе не залезет, никакой медведь. Блин, прикольно. Оставить? Или утилизировать? Угу. Не, я оставлю. Тут так с любовью все сделано. Резиночка с трусов. Смотрите, проволочки. Колечко. Короче. Главное, что оно работает до сих пор. Да, непереможна наша нация. Запорожец. Самый крутой автомобиль. С центральным замком на обоих дверях. Причем здесь тоже такое есть. Вот оно. Только я его уже вынул из направляющей. В недоумении сначала. А теперь я понял, что это нифига себе. Это вот такая штука запорная, которая закрывает дверь. Вот такие дела. И молнинги на винтиках. Офигеть. Это вам не просто так. Это будущее Ялта, друзья. Назло врагам.